10 человек спасли на воде в Тобольске. Временный пешеходный переход через Иртыш разрушился, когда местные жители шли с одного берега на другой. Причиной стало таяние льда и подъем уровня воды. В итоге люди не могли сами добраться до берега. Такую ситуацию спасатели предвидели, поэтому дежурили там круглосуточно. С помощью катера на воздушной подушке пешеходов вывезли на берег. Люди, конечно, испытали шок, потому что все равно лед тронулся, эта подвижка льда их напугала очень сильно. И то, что не было возможности перебраться самостоятельно на берег. А помощь понадобилась вам кому-нибудь? Нет, медицинской помощи никакой не понадобилось, все целые и здоровые. То есть помощь оказалась в том, что их перевезли на берег.